Господин Аман, молю, помоги. Эти пещеры прокляты. Господин Аман ушел дальше. Будет у тебя, Фозер, жена красавица. Сынишка-сорванец и две дочурки. Thank you.
Вы все сгниете заживо! Замолчи, демон! Тяжело дышать. Все трупы сжечь. Рад, что вы целы. А вот Фозер, Палмер, Рован. Мы с Гарсом хотим вынести их тела. Если выступит я. Чувствуете, искатель? Свежий горный ветерок. Скверно отравлявшая эти земли отступает. Спаранги и чахнут, а на их месте распускаются. Будем держаться. Все трупы сжечь.
Через те кусты лучше не ходить. Напросился я с дядюшкой Анорио в Юдию. Месяц готовился, дорожный плащ выбирал, котомку побольше сплел. И вот. Это ж надо. Шутка. Мой племянник – болван. Первое правило торгового каравана – семеро одного не ждут. Быстрее! Шелка, коврыга. Мы везли туда мед и пряности, ткани и шкуры, а возвращались с мешками туго набитыми. Тащите воду! Надеюсь, целитель Аман найдет лекарство. Что говорят монахи? Жить будем? Разбойники сейчас меньше из зол. Чего требует от нас монашеский обет? Быть утешением для страждущих, когда ни совет знахаря, ни сила лекарства не способны их исцелить. Обет требует презреть телесный недуг, ибо мы печемся на спасение. Что говорят монахи? Жить будем? Говорят, чума повсюду. Как бороться с тем, чего не видишь?
Чумные твари не знают усталости. Говори по сторонам. Повсюду. Гады чумные за каждым кустом скрываться могут. Что говорят монахи? Еще пятеро. И это всего за полчаса. У настоятеля Лемиара жар. Он еле монастырь переполнен страждущими. Мои худшие опасения сбываются, искатель. Мы думали, что выкорчевали заразу, но она пустила корни слишком глубоко и разрослась. И господин Аман нам поможет. Он обещал. Монастырь переполнен страждущими. Ступай на юг. Брат Элвин позаботится о тебе. Брат Панакий у нас блаженный, нелюдимый. С некромантическими наклонностями, как выяснилось. Люди еще дышали, а он их везде ощупал, осмотрел и как забегал по монастырю, словно оглашенный. Всю ночь в своей келье скребся. Что говорят монахи? Жить будем? Смотри по сторонам. Гады чумные. Ничто этих тварей не берет. Осторожно. Больных становится все больше с каждым часом. О чем? Нам не хватает рук, чтобы помочь всем. Лекарства нет. Проследите за тем. Смотри по сторонам. Гады чумные закрыты. Чумные твари не знают усталости. Брат Панакий, вы жрец первозданного света? Хвала Руфиону и Рогальду. Не зря он рисковал. Мы должны бороться. Разбойники. Все кончено. Должны терять веру. Чёрные разбойники. Панаки все правильно говорит, а только никто.
Брат Панаки все правильно. Если сомневаетесь, вот, почитайте сами. Мой прадед был простым травником. Жил отшельником в срубе у самого подножья хлебта. Собирал в здешних пещерах змеиный лёд. Все кончено.